черная стрекоза любви. Это тоже неплохой вариант. Я не знаю почему, но у меня в жизни всегда вот я на ровном месте могу закопаться. Айдар, не пошли, пожалуйста. Это влог режиссера. Рустем Раилович смотрит его друзья, родственники. Чего-чего, а как козлов снимать, Айдар знает. Финальный бумеранг в Ташкенте сделать, пожалуйста. Раз, два, раз. Друзья, у нас сегодня последний, заключительный день в Узбекистане. И мы летим, не летим, едем на большой машине в горы, на снежный курорт, горнолыжный курорт. Он в Узбекистане, оказывается, тоже есть. Смотрите, кругом ни капли снега. А мы сейчас окажемся по пояс в снегу. Готовы? Братцы, доброе утро, мы готовы, едем на Прадо. Куда? Рустем Радович даже не спросил никого, просто сел впереди и все. Как это называется? Называется главный режиссер. Так, где отсюда все? Они все меня просят узнать, когда мы улетаем. Когда мы будем в Уфе. Айдар должен улыбаясь сказать. Я счастлив, прекрасный день. Глубоко уважаемый, всеми обожаемый, лучший режиссер во всем белом свете Рустем Раилович. Во сколько мы прилетаем в Уфу? Нормально сказал? Ну, на четверочку. Натяжки, да? Да. Искренне надо. Раилович, луноликий, солнцеподобный, глубоко уважаемый. Это оскорбление. Раилович, уважаемый, солнцеподобный, самый великий, лучший на всем белом свете и во вселенной. А сколько мы прилетаем в Уфу? Нормально. 21 декабря в 7:30. Утро. У нас 12 каналов, пожалуйста. 12 радиостанций, да? Нет. Отбивочка. Братцы, мы остановились по дороге, потому что увидели очень красивое место. Хотим записать здесь середины стендап. Все проснулись сразу. Я думал, вы так глубоко спите. Смотрите, какие горы здесь. Очень красиво. Машины нет, тепло. Братцы, еще одно невероятной красоты место. Остановились по дороге, чтобы снять планы. Айдар обожает процесс, когда нужно набирать планы медленные. Но есть такой момент, что он как бы немножко переживает, что Альмира может взять лучший план. Поэтому он подглядывает иногда за ней. Подходит к ней. Да, не контролит, а подглядывает. Так, а что же Альмира там? Какой она ракурс нашла? Вот такая здоровая, как говорит Рустем Раилович, конкуренция. Вот я и остался неудел. Почему? Ну, здесь надо на длинном набирать. А, то есть опять не повезло. Не тот объектив теперь у тебя. У меня объектив всегда тот. Айдар, не пошли, пожалуйста. Это влог режиссера. Рустем Раилович смотрит его друзья, родственники. Поехали давай. Ехать нужно. Дальше. Что? Тюлень? Горные козы, братцы, посмотрите. Слушайте, мы делаем остановку каждый, наверное, метров 500. Сейчас Альмира пытается поймать козу горную. Или это козел, Альмир? Ты умеешь отличать? Судя по рогам, это козел. Как определить по рогам? Они козел длинные. Или коза? А? Длинные. Длинные? Я говорю, что коза с детьми может повести себя достаточно агрессивно, и надо быть аккуратным. Чего-чего, а как козлов снимать, Айдар знает. Ну, на локацию снимать катание Фаршатова на снегоходе. На квадроцикле. Двумя рейсами поедем. Пора возьму. Давай, садитесь. Сюда? Да. Все, там чрат оба. Ну все, отдали Рустем Раиловичу, поехали домой. О, какие ура! Ахунов за рулем? Да. Да ладно. На чем только у нас Фаршатов не катался?
На паруснике, на осле, на лошади не катался? На мопеде. На мопеде. Айдар готовится, Мира катается. Я не знаю почему, но у меня в жизни всегда вот я на ровном месте могу закопаться. Вот там, где никто никогда не закопается, я всегда закопаюсь. Сейчас оператор сзади, оператор спереди. Я сейчас отомщу бородачу за все его проказы. Ого! Держись крепче. Это удобная братан. Поза. Хочешь вот так встану? Ты, брат, спасибо большое за вас. Можешь так вот кататься на квадроцикле, все, я ухожу. Не, это для кадра было или на самом деле? Спасибо, Рустем Раилович, за счастливое детство. Короче, братцы, здесь главная фишка, мне подсказали ребята, она действительно работает. Чтобы не застрять, нужно все время вот так вот крутить руль в процессе движения. Надо еще телодвижение совершать. Стоять, надавливать, подавливать, крутить. Вот так вот. Тогда хорошо. Здесь, вот эти движения снимать лучше в профиль. Хозяин снегохода не хотел давать сначала снегоход, категорически отказывался. Сейчас посмотрел, что мы ездим спокойно, и спокойно лег, расслабился, лежит. Он заморгает там. Я боялся? Больше переживал за снегоход. Ребята, с маршрутом страшно ездить, он такой вообще неумелый. Неумеха. Гонщик? Гонщик неумеха? Так, Фаршатов садится. И ушел хозяин. Пишем? Да. Голос есть? Звук? Да, да. Чу, ногами бей, чуть-чуть сильнее бей. Чу, чу, чу. Сильнее бей, пяткой, говорит. Пяткой, пяткой, пяткой. Вот тоже неплохой вариант. Было. Стоп. Дур. Лыжа на гоплящине. А как ты меня сопроводишь? Черная стрекоза любви. Белая. Нет, это что? Черная как белая. Я спрашиваю Дары, где говорить? Он показывает пальцем в горы, говорит, вот здесь. Зашибись, оператор-постановщик. Это сейчас был танец. Танец. А это был танец крещеного татарина, называется. Есть вот такой вот способ, всем известный. Блин. Мама! Слушай, ты вообще стойка такая на профессиональная. Неплох ты, неплох. В очках в этих просто самец-самец. Ну что, братцы, где оказались-то вы? Это называется танча. Вот здесь внизу, загляни вот сюда, находится печка. Да ладно. Да. Ого! Получается, ты сидишь и ноги у тебя в тепле. Классно. Как говорят люди на Востоке, они главное ноги для человека, поэтому все многие вещи сделаны специально под то, чтобы ногам было хорошо. Тут соседи у нас-то играют, музыкальная вечеринка здесь. Друзья, смотрите, как меняют печь под нашим столом. О, вот так там прям угли были, ничего себе. Мы практически на мангале сидели. Ничего себе, представляете? И вот сейчас вот этот вот мангальчик пойдет к нам под стол. Кирпичи. Думаешь же люди, да? Ноги должны быть в тепле, а голова в холоде. Вот. Гостеприимный Узбекистан, вот друзья. Ненавижу Фаршатова, там идет как с чайником узбекским. И вокруг него все крутятся, вертятся. Нет. Нормально это вообще? Нет? Настолько гостеприимный узбекский народ, друзья, что мы сели пообедать, а уже вечер настал. Мы думали, сейчас отпишем стендап. Нам быстро поедим. Один из стендап нужно было с чаем отписать. А мы сели обедать и уже и забыли о времени. Помните об этом. Рустам Братович, сделайте бумеранг. Финальный что? Бумеранг в Ташкенте сделайте, пожалуйста. Раз, два. Раз, два. В общем, на этой позитивной ноте, друзья, мы с вами прощаемся. Это было... Съемки были акустического путешествия «Большого чемодана» в Узбекистане.
Я хочу сказать, тут этот выпендривается опять. Впереди монтаж. Долгий, нудный, серьезный. А Фаршатова-то это как касается? Серьезная работа. Как над... его? Он один раз зачитал текст. Все, у него работа закончена. Это я сижу там месяц. То, что мы здесь... Жду, пока Раил спидет. Подождите, то есть, давайте так. Сидит потом вообще халяву ловит. Это татарин. А, это да, это которого мы бородачом называем. Покажи, покажи, бесстыжие. Поныл, а потом сидит у себя в ТЖК, жопу там отгреет. Покажи свою бесстыжую рожу. То, что мы сейчас сделали, это всего лишь 40% еще работы. Впереди еще много-много работы, чтобы теперь это получился полноценный фильм. Но у вас всегда будет возможность посмотреть, как это снималось и что получилось в результате. Я сделал все, что мог, чтобы это было скоро и быстро. В общем, подписывайтесь, друзья, на наш канал, ставьте лайки, рассказывайте об этом видео своим друзьям. И моя рука говорит о том, что там... Все, ну все уже, крандец, устали мы, в общем, давайте. Пока! Устали отдыхать. Устали отдыхать, подсказывает нам.